первом тайме у нас владели преимуществом момента, было немножко больше создали, но, к сожалению, не смогли реализовать, а Рубину удалось забить. В втором тайме мы старались, но не преуспели в том, чтобы сравнять счет. У Рубина были хорошие шансы бежать на контратаке, и моменты были, но они уже не увеличили свое преимущество. Сегодня, конечно, имели намного больше моментов, чем в предыдущей игре на Лигу Европы. Но так бывает, это футбол. Стоит отметить, что здесь очень хорошее поле было, но для такого времени года и вообще атмосфера, погода. Поэтому сегодня было приятно играть в футбол. Рубин чем-то удивил вас сегодня? Нет, они примерно всегда так играют, по крайней мере, против нас. Ждут наши ошибки, умело ей воспользоваться. Ну, очень важная победа для нас. Достаточно хорошо играли, моменты создавали. «Зениты» тоже были свои моменты, но мы их лучше реализовали. Поддержку «Зенита» чувствовали? Поддержку? Конечно, даже сразу, когда на разминку вышли. Здорово было. Ну, в первом тайме, наверное, да, у «Зенита» больше, но во втором у нас уже побольше было.